Абле біз кесеміз абыюзымы. Абле қоямыз ведреге. Срезаем под кисть каждую гроздь. Зарема гурт в виноградном деле не первый сезон. Прихотливую ягоду в Бахчисарайском районе собирают только вручную. Бережно сохраняет ценный сок. Он станет сырьем для вина. Обязательно надо не торопясь, потому что уже ударил заморозок, чтобы не рассыпать, аккуратно положить в ведро. Потому что это один из как элитных сортов винограда. Из ведра в прицеп трактора его заполняют буквально за час. Машина, то ли дело, успевает проезжать по рядам виноградников, где ее уже ждут сборщики. В хорошем винограде сахара должно быть не менее 20%. Сначала берут пробу, проверяют в лабораториях и только потом приступают к сборке. Угодья распростерлись на более чем 2000 гектаров. Тут выращивают 17 сортов разного срока созревания. Из них четверть – свежие посадки. Белый виноград Шардоне или Каберне Савиньон уже собрали, а это Каберне Фран. Сорт технический, предназначен для изготовления столовых вин. Грозди крупные, ягоды средние, но при этом сладкие и сочные. Несмотря на переменчивую погоду, грозди успели напитаться светом яркого крымского солнца. Урожай в этом году очень хороший. Планируем собрать больше 15 тысяч тонн. Это много или мало? Мы всегда стремимся к большему. Вот то, что есть на данный момент, это уже хороший результат. Большинство виноградарям Крыма по госпрограмме выделяют субсидии, к примеру, на покупку техники или закладку ягоды. Для этого нужно подготовить проект развития угодий и обратиться в региональный Минсельхоз. Сельхозтоваропроизводители теперь могут не заботиться в поисках денег, а просто прийти к нам в начале года, предоставить определенный пакет документов и получить уже финансирование наперед. Спокойно потратить, а в конце года отчитаться. Это очень, очень удобно. В республике 20 тысяч гектаров виноградников уже собрали свыше 80 тысяч тонн. К концу уборки по Крыму, как и в прошлом году, планируют преодолеть отметку в 100 тысяч тонн винограда. Эльмаса Блакимова, Арсен Фукала, Лилия Ислямова и Аким Бекиров. Телеканал «Миллет».